Разрыв или пауза? Помиритесь ли? Будет ли примирение? Да? Давайте посмотрим. Разрыв или пауза? Ну, сейчас отношения опущены на самотек. Вы закрываетесь друг от друга. Отношения могут возобновиться, но не скоро. То есть это не разрыв, это пауза. Но эта пауза, к сожалению, затянется. Затянется пауза. Перемены будут, но не скоро. Мужчина скучает, мужчина тоскует. Хочет, чтобы все было по-другому, хочет возобновить отношения. Или, допустим, примирение будет, но не так быстро, как вы того хотите. Да, не в загаданный вами срок, а позже. Но мужчина приедет к вам, придет со своей любовью, придет, как ни в чем не бывало, когда вы не будете его ждать, но позже, чем вы думаете. То есть вы помиритесь, но не так быстро, как вы бы хотели. Возможно, его задержит работа. Возможно, его задержит работа, а возможно, вот, ну, пентакли, да, надо с чем-то идти мириться, надо куда-то идти, на это надо иметь средства, надо куда-то вас приглашать. И вот когда, как только у него появится такая возможность, она у него просто появится позже, чем вы думаете. Он сразу же ее реализует. Это не разрыв, это пауза, но примирение состоится позже, чем вы ожидаете.